Доброго времени суток, YouTube, уважаемые видеослушатели моего канала. Канал развивается, растет, увеличивается количество подписчиков. На данный момент их более 11 тысяч уже. И, соответственно, становится все более и более интересно. Интересно вам, интересно мне. И вот сегодня продолжаю уже такую некую традицию сложившуюся. Это второе видео в таком формате. На своих экранах вы видите мою рекомендацию. Сейчас я открою Google Chrome. Такая практика у нас уже была. Она пользователям понравилась. Соответственно, был презентован. Много сейчас новых авторов появляется. И был относительно не новый автор, но тем не менее сносящий, выносящий мозг. Как говорят сейчас о женщинах, да, выносит мозг. Так вот, этот роман Сенчина Романа Валерьевича под названием «Елтышевы. Психологически меняет человека не хуже, чем те фильмы, какие-то зарисовки, мои другие видео». Он изменяет человека, меняет его в лучшую сторону. Это видео было выложено достаточно давно. И смысл в том, что я презентую, прочитав эту книгу, столкнувшись с ней. Значит, я размещаю такой вот анонс видео. И, соответственно, под этим видео есть ссылка, ведущая на, как правило, ведущая на Google Диск. И, соответственно, по этой ссылке можно скачать, вот в данном случае, роман Елтышевы, аудиокнига в полном объеме, в MP3 или в WAV, не помню уже точно, но смысл в том, что потрясающий роман, психологически меняющий, изменяющий человека в лучшую сторону, заставляющий задуматься человека о его душе. У нас на канале есть вот такие аудиокниги, которые я представляю. Понятно, книг сейчас море выходит, новых каких-то. Есть видео определенное, ну, предположим, таежный роман, да, то есть по Астафьеву, Виктору Астафьеву. Интересное видео, тоже психологически меняющий, позиционирующийся мной, как видео, которое меняет человека, заставляет задуматься его о своей душе. Одним словом, видео и аудиокниги. То, что мне нравится, то, что меня интересует, то, что я рекомендую посмотреть, послушать своим подписчикам. Ну и сейчас новое представление. Это аудиокнига Лиханова Альберта Анатольевича. Называется эта аудиокнига «Чистые камушки». Смысл в том, что эта книга, в общем-то, рекомендована для чтения детям в возрасте 10-12 лет. Роман относительно не старый, это 70-е годы. Значит, Лиханов Альберт Анатольевич, аудиокнига «Чистые камушки». Это потрясающая книга. Начав читать, остановиться невозможно. Ну и, как всегда у нас принято, ссылка на скачивание данной аудиокниги, данного файла, будет находиться под видео. Сам файл в архиве, он будет лежать на Google диске. И вот по этой уже приведенной в этом видео, ну понятно, здесь ее не возьмешь, эта ссылка будет находиться под видео, и по ней можно перейти и скачать вот эту самую удивительную, потрясающую, заставляющую переосмыслить свою жизнь, свою душу, психику. Душа — это представление древнее, да, сейчас мы говорим о психике человека, меняющую психику человека в лучшую сторону. На взгляд меня, мой взгляд личный, взгляд моих коллег, друзей и так далее. Вот такая вот интересная штука. Следующее видео будет просто взрывать ваш мозг. Ну, и это, думаю, что это вам будет интересно и понравится. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!